Журналист, я не буду заходить. Как что? Показать тебе суд, что ли? Следствие установило, что 58-летний Серик Канатов, 40-летний Гали Аббасов и 38-летний Юрий Сергеев причастны к сбыту наркотиков. В группе роли были распределены. Летом 2018 года Канатов привез наркотики. Их он предложил продавать Аббасову. Тот подключил к делу Сергеева. Троицу разоблачили путем оперативной разработки. При вынесении приговора судье пришлось учесть массу смягчающих обстоятельств. У Аббасова оказалось на иждивении 5 несовершеннолетних детей. Сергеев имеет первую группу инвалидности. Канатов также имеет инвалидность третьей группы по зрению. Назначен лишение свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовной исполнительной системы максимальной безопасности. Срок отбытия наказания Канатова исчисляет с 3 июля 2018 года. Меры пресечения содержания по страже остается прежней. Назначен Канатову принять лечение от наркомании по месту отбывания лишения свободы. Аббасова осудили на 10, Сергеева на 7 лет лишения свободы. Также суд конфисковал автомобиль «Лада Гранта», на котором передвигались подсудимые, пытаясь сбыть наркотики. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.